И дождь не испугал. В Одинцово прошла традиционная спартакиада дошкольников. Состязание «Юный олимпиец» в рамках празднования Дня защиты детей устраивают в муниципалитете уже более 10 лет подряд. В этот раз в них приняли участие свыше 60 воспитанников детских садов. В этой спартакиаде участвуют детские сады города Одинцово. Это 31 детский сад. Спартакиада в течение месяца проводилась по микрорайонам. Из каждого микрорайона был выбран победитель детского сада. И у нас образовалась команда из 8 человек, то есть 8 команд, общее количество 64 человека. Детям очень нравится участвовать в спортивных мероприятиях. И сегодня, я думаю, нас они удивят своей ловкостью, смелостью и задором. В программе спартакиады 8 эстафет, в каждой из которых для победы важны не только меткость, скорость и точность, но и командный дух. Были, впрочем, и состязания в личном зачете. Участников активно поддерживали болельщики. Понаблюдать за ходом соревнований пришли многие родители. Дошкольники соревнуются в 4 основных видах движения, которые у нас прописаны в программе. Это бег на 30 метров, метание мешочков, кто дальше, прыжки в длину с места и силовые упражнения, поднятие туловища из положения лежа. Без награды со спортивного праздника не ушел никто. Кубки и грамоты вручили всем командам. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».